последний день зимы в Оренбурге пострадало 4 пешехода. По улице Восточной ВАЗ сбила 10-летнюю девочку. В результате происшествия школьница получила перелом голени. На улице Салмышской произошел аналогичный случай. Водитель отечественного автомобиля наехал на человека, которого после ДТП увезли в больницу. Также пешеходы пострадали от автомобилей на проспекте Дзержинского и улице Володарского. 28 февраля на автодороге Казань-Оренбург автомобиль Lexus столкнулся с отечественной легковушкой. Большегруз, двигавшийся позади, совершил резкий поворот и слетел в кювет. В результате аварии водителя «Лады» зажало в машине, он получил перелом ног. На Оренбургской трассе фуры и снегоуборочный КАМАЗ не смогли разъехаться и слетели в кювет. Из-за ДТП движение оказалось перекрыто и образовалась пробка. В Оренбурге на улице Терешковой загорелась «Газель». У автомобиля замкнуло электропроводку. На помощь к водителю приехали две пожарные машины. Если вы стали участником или свидетелем аварии, за видеоматериалом можно обратиться в компанию «Фонет» по телефону или адресам, указанным на экране. Будьте бдительны на дорогах.